Привет! Здорово! The Bluetooth device is ready to pair. Вопросы будут каверзные где-то в каких-то моментах. Меня зовут Руслан. Мне 23. Это задание называется «Сломай язык». Все, пробуешь? Иди сюда, паренек. Крокодилы могут сбираться по деревьям. Да или нет? Ну, нет. Кто такие вообще названия дают этим местам? Слушайте, мы бананы? Слишком сложный текст. Мобиар-менеджер, Карл Маркс, капитал. Это правда. Это правда? Офигеть, да? Нифига себе. Вот так бывает. Хрена себе! Это что было вообще сейчас? Сейчас к нам в машину сядет хороший человек, зовут его Руслан. Тоже изъявил желание попеть здесь, в караоке-такси, доехать до места ему там куда-то надо было. Вот, и, в общем-то, повеселиться. Давайте посмотрим, что из этого получится. Привет! Здорово! Как дела? Хорошо. А у тебя? Готов? Полностью. Видишь, тут все оборудовано, все, все стоит, все как кипит. Как бы ничего не сорвать. Это самое главное, да. Это. Итак, Руслан. Уже все работает? Все? Ну, вроде работает. Пристегнуться надо обязательно, да, потому что меня уже закарали там в одном выпуске. А, я смотрел тоже. Сказали, да, типа, как так, типа. Вот так вот. Прям полностью, меня зовут Руслан, мне 23. Ура! Живу я в Нижнекамске. Да ладно. Вот, прикинь. Давай так, чем ты занимаешься, ну, целыми днями? Вот чем люди занимаются вообще, в 23 года? Работаю, как бы, я в прокатной компании. Компания, которая занимается прокатом концертного оборудования, если быть точнее, прямо чтобы все было понятно. То есть мы технической частью концерта занимаемся. Получается, все концерты, которые есть в Нижнекамске, в принципе, вы обеспечиваете или нет? Ну да, все концерты, то есть День города, Сабантуй, 9 мая, вот сейчас начнется, скоро будет. Угу. То есть мы будем. Вот, это значит, ставить. Весь звук — это все ваше, да? Звук, экраны, сцена, большие конструкции, там плаерные. Так, Руслан, ты выбрал песню Ляпица Трубецкого, а называется она? «Капитал». «Капитал». Мощная песня? Очень мощная песня. Очень мощная песня. Ну да-да, так, смотри, чтобы это было прям как в караоке, чтобы ты чувствовал, ощущал себя как в настоящем караоке, а не просто как типа ты тупо в машине поешь, да? У меня для тебя есть сюрприз. Вот такой замечательный золотой микрофон. Поэтому держи, кстати, розовый. Ну, прикольная штука, да, гламурный микрофончик тебе. Надо было Билана тогда выбирать. Ну да, в принципе, я думаю, что люди найдутся, которые поют Билана. Итак, ну что же, готовы, поехали. Хозяин стратосферы, я нереальный кул. Море в пек без меры, в лев руке Сникерс, прав в руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В лев руке Сникерс, прав в руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. 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 А я на гитаре играю. Массовая группа. Я ем города, морями запиваю, моя борода небо заслоняет. Громы, молнии, туманы, дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В лев руке Сникерс, прав руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В
Хлеб в руке, сникерс, прав в руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. 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 Хрена себе! Это что было вообще сейчас? Мощно, мощно, Руслан. Я, в принципе, в тебе не сомневался. Я видел тебя на разных мероприятиях. Я помню, участвовал в Хэрротс Пабе на что-то там конкурс караоке. Караоке, да, был. Караоке батл, да. Вот с этой же песней я там 100 баллов. Да. Вот, ну, прям мощняцко. Но, Руслан, не все так просто у нас в караоке. Да, петь тут многие умеют, но петь по-необычному умеют не все. Ага. Да. Смотри, есть такой конкурс, назвал я его «Сломай язык». Угу. Любишь петь «Ломай язык» или нет? Пару раз даже гипс носил. Да? В общем-то, Руслан, задание, про которое я тебе говорил, это задание называется «Сломай язык». Я ставлю тебе композицию, ты ее слушаешь, и потом просто вот в этот микрофон повторяешь. Все понятно. В общем-то, я думаю, ничего сложного, да? Итак, давай попробуем, да, мы сейчас попробуем это сделать. Иди сюда, паренек. Да, самое главное не заплевать микрофон, потому что, ну, в него будут другие люди петь. А я думал, это мне все подарок. Нет, на самом деле, вот давай мы его включим. А? Видал, это тебе не хухры-мухры. Смотри, видишь, разговаривает, и там звук идет. А еще можно сюда, короче, вот вставляешь флешку с минусовкой, минусовка играет, и ты поешь, и сразу типа тебе ходишь по улице караоке бахаешь, короче. Можно свои концерты делать всего лишь микрофонами. Да, кстати, просто концерт вышел в City Mall. Такой спел, подставил шапку, как бы и поешь, получается. Вот, если что, такие штуки можно найти в City Mall на втором этаже. Ищите. Да, друзья, крутая вещь, крутой подарок. Ну все, давай, приготовились? Ты уже забыл, наверное, песню. Приготовились, давай, да. Иди сюда, паренек. Отлично, нормально, круто. Но это еще не все. С одной песней мы, так сказать, не ограничимся. Так, поехали. Так. Итак. Давай, вот это веселое. И... Ты все, наверное, я больше не запомнил, там слишком сложный текст. Ты теперь чемпион мира по кунолингу после всех этих песен. Ладно, здорово. Давай так, я предлагаю немножко сменить атмосферу нашей машины на другую. Сюда. Итак, Руслан, смотри, так сказать, атмосферу поменяли, в чем суть до дела, да, что сейчас будет происходить, если смотрел другие выпуски, я задаю там вопросы, и твоя задача отвечать, правда или нет. Да, вопросы будут каверзные где-то в каких-то моментах, поэтому желательно, конечно, отвечать, правда или нет, и еще дополнение, типа, почему да или почему нет, да? Ну, давай, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Итак, ну, давай. Первый вопрос. Крокодилы могут сбираться по деревьям, да или нет? Ну, нет, я думаю. Почему? У них же маленькие ножички, они же не могут даже обхватить ствол или подпрыгнуть там. Ты прикинь, крокодил бы подпрыгнул, да? На самом деле это правда. Не, ну дядя Гена, как бы, он же даже на поезд залазил, конечно. Но... На самом деле это правда, молодые крокодилы очень хорошо лазают по деревьям, и они иногда даже там отдыхают. Да, вот тут, значит, дядя Гена теория работает. Да. Пространство на лбу между бровями называется... Внимание, ракета. Ракета? Да, вот это вот. Ракета. Ракета?
Ну, раз кеда, два кеда, три кеда. Это типа раз кеда, два кеда, тоже несколько их бывает. Ага. Итак, в итоге да или нет? Нет. Точно? Пусть будет нет. Нет, это правильный ответ. Раскета — это такая полоска или складка на внутренней стороне запястья. Ну, вот здесь получается, да. Тут раскета. Да. То, что находится у вас на лбу между бровями, называется глабелла. Глабелла? Кто такие вообще названия дает этим местам? Ты представь, что... Ну, просто назови это промежуток между бровями, да? Глабелла, раскета, да? Так, седьмой вопрос. Мне кажется, это имена девушек, которые задавали вопрос своим парням. Типа, а как называется это? Назови это раскеты, короче. Тупые вопросы. Давай. Нет, это романтичный чувак, который... И я назову это твоим именем. Раскета. Итак, блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Ну, если она сидит на шаттле... А быстрее она прыгнул с шаттла. Только она прыгнет с шаттла. Нет. Это правда. Это правда? Офигеть, да? Нифига себе. Вот так бывает. Почему? Мне кажется, они тогда уже побывали в космосе впервые нас, наверное. Они, они мне кажется, уже там живут. У них уже колония своя там. Марс — это вот блошиная колония. Блошиный Марс. Скоро такой фильм будет. Итак, ДНК человека и банана схожи на 90%. Ну, это вполне возможно, я думаю. Мы бананы? В смысле, мы бананы? Не, ну человек на 90% состоит из воды, и огурец состоит из воды почти 90%. Мы огурцы, в итоге мы бананы или огурцы? А тут по ДНК. Так мы бананы или огурцы? Это очень вечный вопрос. Итак, в итоге? Да? Да. На самом деле это неправда. ДНК человека и банана схожи всего на 50%. Я думал, я родня. Да, поэтому в следующий раз, когда будешь есть банан, ты наполовину двоюродного брата своего можешь захавать. Итак, люди не могут дышать и глотать одновременно. Все, пробуешь? Не могут, да, я думаю. Только что же попробовал. И не получается, да. Не получается. Если вы, конечно, не младенец в возрасте 7 месяцев, до 7 месяцев, они могут, прикинь. Талантище какой. Вот до 7 месяцев, если у вас есть маленький ребенок, отправляйте его на... Шоу талантов? Шоу «Я самый лучший» там для детей. А, с Галкиным? С Галкиным, да. Просто 7 месяцев принесли, он глотает, дыхает сразу. Все, вы выиграли. Все удивлены. Все, в общем-то, почти круто ответил. Почти все вопросы правильно. Но зато ты теперь знаешь много о раскетах. Раскетах? Не о бананах, а на раскетах. Дочку так назову. Погнали дальше. Ну а вообще, Руслан, вот как бы были мысли заняться профессиональным вокалом? Ну, насколько профессионально? Прям на сцену рваться? Типа да, там, стать звездой, там... Записать свой альбом какой-нибудь, да, там? Нет, ну, нет, просто как бы поют я с детства, грубо говоря. Ну, не грубо говоря, я с детского садика пою, музыкалку закончил, и потом попал в взрослую жизнь, где надо работать. И вот как бы, ладно, сейчас... И не за творчество. Ну, да. Вот как бы, ну, цели-то были, да, я как бы думал, может, там... Я раньше участвовал. То есть и в всяких конкурсах, и у нас в городе, на пресс-главе администрации у нас был. Сейчас не знаю даже, кстати, есть, нет. У меня две гитары дома лежат. Я вторые места получал, да, на этом конкурсе. И в Челнах в КамАЗ, и в Созвездии как бы участвовал раньше. А сейчас таковых никуда не... Ну, я так понимаю, что быт... Убивает творчество, да? Ну, есть такое, да, немножко. Нет, ну, сейчас как бы я стараюсь все-таки немножко в творчество возвращаться обратно. Да, потому что у тебя же работа, ну, как бы все равно связана. Ну, да, и работа у меня связана с музыкой, с концертами, с этим. И вот недавно мы записали кавер на песню «Медуза». Матранг вроде правильный, неправильный, не знаю как. Давай про что песня хотя бы так вкратце. Просто. Про «Медузу»? Я не знаю, что хотел этот парень в этой песне показать. Поет по «Медузе»? Ну, там как бы присутствует слово «Медузы». Мы с тобой, звезда, по два билета на паром, танцевали до утра под днем. Ну, как я понял, песни должны... Ну, эта песня все-таки, я думаю, о любви. Нет, и там он поет «Медуза». Да, или... «Медуза», а в «Медузе» осьминог. Вот эта самая фраза. Запомнил. А, да. У меня уже вторая песня, которую я вот слышу вообще другие слова. Вот слышал песню
Мне кажется, у Бузовой даже такое же, наверное. Она думает, что она поет очень хорошую песню, а на самом-то деле так. Нет, а ты слышал песню Ханы «Грудью под пули»? А, да. Я ее когда первый раз услышал, мне реально, вот я всем до сих пор твержу, я говорю, ну она же поет «Грудью под пули». Ой, «Грудью бабули» же поет. Ну это же вот один в один «Грудью бабули». «Грудью бабули». Да. И я про себя первый раз, я когда услышал, спасибо. Вот так вот помыл машину, называется, для съемок. И чё, вот, грязище. Я реально первый раз услышал, и я думаю, ну как она про груди бабули, что за дурацкая песня, груди бабули. Нет. Потом, когда, блин, я текст прочитал, короче. Ну что, Руслан, спасибо тебе огромное за крутой вокал, крутой голос, веселые ответы на... Я старался. Веселые вопросы, да. Вот. В общем-то, можешь передать. Спасибо, что подвез. Вот. Да. Собственно, самое главное. Самое главное. Цель достигнута. Поэтому, если что, пишите, звоните, пишите в директ в Инстаграме, там все ссылочки будут указаны. Если хотите покататься, доехать до какого-то места, попеть, поотвечать на вопросики, стать немножечко умнее, то милости просим, карать такси ждет вас. Ну, ладно, давай, счастливо, спасибо. Check it out.